Светлана Иванова целый месяц ухаживала за этой внушительных размеров птицей. Ее к ней привезли знакомые. Они и нашли раненое животное в Усть-Каменогорске. У опасного хищника повреждено крыло. Оставить его у себя Светлана не могла, а в зоопарке в ее родном городе орла не приняли. Зато заботу о нем с радостью согласились взять на себя в Алматы. Сегодня Светлана передала могильник в алматинский зоопарк. Инспектор, территориальный инспектор живой природы. Вот я обратилась к нему, что попала ко мне такая птица. Он начал искать, куда можно его пристроить. Потому что как частному лицу мне содержать такую птицу нельзя, а наш зоопарк ему отказал. То есть он предложил им, они отказались. По какой причине, мы не знаем. Ну, он начал обзванивать тогда все зоопарки по Казахстану. Единственное, куда нас приняли, это вот алматинский зоопарк. Светлана Иванова уже успела привязаться к птице. Даже имя ему дала – Орлик. Путь из Усть-Каменогорска был нелегкий. Орла поместили в коробку, и чтобы транспортировать его, пришлось выкупить все купе. В зоопарке могильника тщательно осмотрят. Насколько серьезные его раны, пока сказать не могут, но местные ветеринарные врачи пообещали сделать все возможное, чтобы Орлик вновь смог летать. При проведении визуального осмотра и со слов самой хозяйки было установлено, что у птицы двусторонний перелом правого крыла. Вот. Далее мы уже будем составлять акт о прибытии данного животного к нам, оповещать местные исполнительные органы управления сельского хозяйства и ветеринарии, а также ветеринарную инспекцию о том, что животное прибыло. Они составляют нам 30-дневный план карантинирования животного. В алматинском зоопарке до сегодняшнего дня жили три могильника – один самец и две самки. Самому старшему из них в этом году исполнилось 30 лет. В неволе эти птицы живут почти в три раза дольше, чем в дикой природе – до 55 лет. К слову, на днях свой новый дом в зоопарке обрел еще один краснокнижный пернатый. Раненого лебедя нашли местные жители. Несчастное животное повредило крыло и отбилось от стаи. На территории Алматинской области в Кирбулакском районе был найден лебедь, получивший травму крыла. Птица плавала в небольшом водоеме. Вода уже замерзала. Мы передали птицу в зоопарк. Найденный лебедь-шипун сейчас не может летать. Сотрудники зоопарка осматривают животное. Оно пробудет на карантине. После мы выпустим его в вольер к другим лебедям. Сейчас в алматинском зоопарке обитает более 3000 животных и рыб. С каждым годом количество постояльцев увеличивается. Алва Сулейменова, Нуржан Уразбеков, телеканал «Алматы».